Друзья, всем привет, с вами Максим. Знаете, что круто для таких ленивых ютуберов, как я? Круто, когда кто-то запускает у себя челлендж, прикольный челлендж, и тебе, в принципе, не надо заморачиваться над тем, что отснять для своего канала. Так и в этот раз Денис Семенихин запустил челлендж у себя на канале недавно, где он делал 15 выходов силы и 15 подъемов переворотом за меньше, чем 10 минут. Вот. Ну и в себя в комментарии там под видео он сделал уточнение, что нужно учитывать вес спортсмена. В принципе, это логично, потому что таким легеньким, как я, намного проще. То есть я вешу 71 килограмм, он весит 100 килограмм. Мне, естественно, такой комплекс намного проще делать. И он попросил, чтобы подбирали такое количество повторений, чтобы в сумме было 1,5 тонны. То есть он весит 100 килограмм, делал 15 повторений, получается 15 умножить на 100, 1,5 тонны. Я вешу 71, там чуть больше. Мы делим 1,5 тонны на 71, получаем там 21, плюс-минус. Вот, то есть мне нужно делать 21 выход и 21 подъем переворотом. Значит, мне кажется, ну для меня, в принципе, не так уж это и сложно будет сделать. Единственное, что для меня будет такой челлендж сделать это в один присест, так сказать, не сладить с перекладиной. Я, честно говоря, не знаю, получится у меня это или нет, потому что, ну, понятное дело, выходы я сделаю, в принципе, это не проблема. А мне просто интересно, как я буду себя чувствовать после этих выходов, чтобы, ну, смогу сделать ли именно вот необходимое количество подъема переворотов, потому что так я никогда не делал, мне, в принципе, это интересно. Вот. Ну, все. Все, в принципе, сказал, полетели. I'm gonna make my shots off. Вот 2,5 минуты, там плюс-минус. В принципе, я так и ожидал, что сегодня такое время будет. Я уверен, что можно быстрее, потому что я вчера не отдыхал, там, если денек-два набраться энергии, то можно там улучшить. Не знаю, насколько, но точно можно там выиграть, ну, секунд 5. Вот.
Ну, будем мониторить в интернетах, там, как кто будет делать, если что. Буду пытаться сделать быстрее. Конечно, мне не 50 лет, как Денису, поэтому ему большой респект. Вот, спасибо за крутой челлендж. И, ребята, спасибо вам за просмотр. Всем пока, до встречи.